Есть вопросы по детским садам? Звоним уполномоченному по правам ребенка в регионе. Татьяна Океанская организовала специализированную горячую линию. По номеру 28 13 28 принимает жалобы на воспитателей, распределение мест в дошкольных учреждениях, поборах в детские сады. Вопросы обещает решить быстро и эффективно. Необходимость создания горячей линии вызвана большим количеством жалоб в адрес омбудсмена. Примерно 5% от общего количества как раз приходится на детские сады. Родители не устраивают методы воспитания детей, их питание, условия в группах. Татьяна Океанская ожидала шквал звонков о низкой температуре в дошкольных учреждениях. Но пока таких обращений не поступало. Омбудсмен напоминает, этот учебный год посвящен вопросам дошкольного образования. В каждом саду появится уполномоченный по правам ребенка. Также решается вопрос об оказании бесплатной психологической помощи маленьким ивановцам и их родителям. Мы заключили такую устную договоренность с работником одного из дошкольных учреждений, который один раз в неделю готов принимать детишек, дошкольников и начальной школы для того, чтобы осуществить вот эту первичную психологическую помощь.